Для крема нагреть сливки и, не доводя до кипения, всыпать горький шоколад. Шоколад должен полностью раствориться. Крему дать остыть и отправить в холод на 5-7 часов. Для теста отделить белки от желтков и взбить миксером половиной массы сахара до состояния крепких пиков. В отдельной посуде взбить желтки с оставшейся массой сахара. Какао смешать с водой, влить во взбитые желтки. Массу хорошо взбить миксером. Добавить порошок винного камня. Затем муку, смешанную с крахмалом. В массу постепенно ввести белок. Нарисовать на бумаге для выпечки два круга диаметром 20 см. Массу по 3 столовые ложки распределить на эти круги. Противень отправить в разогретый до 190 градусов духовой шкаф на 5-8 минут. Двум коржам дать остыть и отделить бумагу. Процесс выпекания остальных 6 коржей повторить. Для сиропа довести до кипения воду с сахаром. Снять с огня, добавить ликер. Остывший крем взбить миксером до пышной массы. Собрать торт. Каждый корж пропитать подготовленным сиропом. Промазать кремом. Присыпать шоколадной стружкой и в холод на 3-5 часов. Перед подачей на стол украсить карамелью.